Ну, как меня представили, Светлана Русова, учебный центр «Бестранг». И, собственно, о чем я хочу рассказать, как мы дошли до того, что мы из веб-студии превратились в учебный центр. Так, вот. Немножко цифр, немножечко нашей истории. Мы заключили партнерский договор с Битриксом в 2007 году и занимались созданием сайтов. В 2010 году мы внутри себя, внутри компании открыли как дополнительное направление учебный центр для клиентов и, собственно, предлагали обучение. Ну, именно нашим клиентам, те, кто делали у нас какие-то проекты, да, мы проводили для них дополнительные курсы. Клиенты стали приводить других, там еще кому-то это рекомендовать, и как раз у Битрикса появилась программа Академия 1С Битрикс, и мы стали одним из первых авторизованных учебных центров. В 2013 году мы разделили немножко бизнес, поменяли, и у нас получилось обучение, учебный центр как отдельное направление. И с 2016 года мы приняли решение, что сайты мы больше не делаем. Вот, ну, это было непростое решение, мы к нему долго приходили. Вот, в итоге закрыли у себя веб-студию полностью, и сейчас у нас осталось только обучение. Что, собственно... Так, во. Предпосылки, да, почему так все это получалось. Мы с самого начала, когда еще были именно веб-студии, чаще всего к нам приходили люди, у которых не было опыта работы с Битриксом, но при этом они неплохо знали язык программирования PHP, да, знали HTML, знали еще какие-то базовые для разработчика вещи. И у нас появились свои наработки, как именно вот из таких... программистов, но не битриксоидов, выращивать битриксоидов. И поэтому мы, в общем-то, ну, довольно просто, когда поняли, ну, смогли наложить это на программу, которую рекомендовал 1С Битрикс тогда, и у нас получились курсы для программистов. Дальше мы обязательно всех своих клиентов учили работать с системой. Ну, это опять-таки было такое из эгоистичных соображений, потому что мы сайт отдаем, они его получают, тут же сносят компоненты, что-нибудь ломают, ну и, соответственно, возникало такое, что надо с этим что-то делать, и обязательно при передаче проекта мы проводили сначала краткое, потом более подробное обучение. Вот, но, тем не менее, это вот у нас был такой обязательный этап, и мы прямо это сразу включали и в смету, и в договор, и везде говорили, что у нас будет обязательно обучение для вашего менеджера. Дальше вот эта система «Учебный центр» у нас прекрасно встроилась в модель продаж в веб-студии, потому что мы стали проводить мероприятия, стали проводить обучение, курсы, и многие, кто приходили на обучение, потом говорили, что мы хотим заказать у вас какие-то доработки, мы хотим заказать у вас проект. Ну, то есть в плане, даже если какое-то время само направление обучения было не так, чтобы сильно выгодное, с точки зрения поддержки веб-студии это было уже хорошо. Ну и дополнительно помог мой личный жизненный опыт, то есть по образованию, по предыдущему опыту работы у меня это все прекрасно складывалось. Вот, немножко... Так... Немножко наших цифр на старте. Когда мы в 2013 году получали статус учебного центра, у нас было всего 2,5 преподавателя, потому что двух преподавателей нам сертифицировали, тогда этим занимался еще в Битрикс Роберт Басыров, двух преподавателей он нам сертифицировал, одного сказал, что ну не полностью, ну в общем, если там, по чьим-то присмотрам, то можно работать. И у нас было всего 3 курса. Мы проводили в среднем одну группу в месяц, это было там от 4 до 7 человек, при среднем чеке там где-то 7500 плюс-минус, то есть, ну, в общем, прям вот больших денег на тот момент это не приносило, и вот прям так, чтобы очень-очень выгодно было, да, ну, тоже такого не было. При этом нам это всем очень нравилось. Выяснилось, ну, как вот классика жанра, да, пока другим объясняли, сами поняли, вот, плюс для преподавателей, да, это все совмещали. Все люди работали у нас в студии, ну, все 2,5. Вот, и мы, собственно, это было действительно очень здорово, что, ну, переключиться, да, совсем другая деятельность, рассказываешь, тебя слушают, то есть, ну, и отдача всегда, все благодарны, все говорят спасибо, то есть нет такого, как с клиентами, а теперь мне сейчас вот полностью весь проект переделайте, и все, что вы до этого написали, мне не нравится. Вот, то есть это было, ну, такое вот немножко...
просто уход дополнительно в сторону. Но постепенно все. Так, что-то я сделала. О, вот. Значит, постепенно у нас это все росло, и на сегодняшний день у нас учебный центр, мы делим, по сути, направление на две части. Вот если посмотреть на слайде, да, зеленым – это то, что мы предлагаем, ну, клиентам, и оранжевым то, что мы предлагаем для веб-студий. То есть у нас есть курсы по всем продуктам 1С Bittrex на разные уровни сложности, на разные по длительности. Это вот то, что зеленая часть, то, что мы предлагаем клиентам. При этом у нас есть также партнерская программа, у нас есть курсы с подбором кадров, там, с обучением, то, что может быть интересно веб-студиям. Мы сейчас уже, у нас больше преподавателей существенно, да, и там те, кто были половинкой, уже давно стали там полноценными на полторы, на две единицы самостоятельных. Вот. И, собственно, новые у нас появились преподаватели. То есть, ну, направление действительно очень сильно выросло, особенно за последний год, когда мы оставили все силы, бросили на него, оставили только его. Вот. И если сейчас смотреть, да, вот просто перечислением, то, что идет текстом, это вот основные такие моменты, то, что у нас происходит регулярно. Вот. Если вот так подводить именно итоги, да, что у нас получилось. Это действительно получилось самостоятельное направление. Могу сказать, что в нашем случае рентабельность вот этого направления сейчас выше, чем была у студии. У нас получились интересные, и нам нравится это делать. Мы делаем интересные авторские курсы, постоянно проводим семинары, мастер-классы, делаем какие-то разработки. То есть это нашло еще, ну вот, ну, тот случай, когда это не только бизнес, да, когда это еще и для души здорово и интересно. У нас есть постоянные клиенты, которые приходят к нам постоянно на обучение, причем это как и со стороны, ну, именно клиентской, да, так и есть и студии, с которыми мы сотрудничаем, и обучили туда уже не по одному человеку, подбирали кандидатов и обучали, соответственно, тоже это вот такой очень интересный опыт, интересные кейсы. Ну и, конечно, у нас масса самых радужных, самых интересных планов и перспектив.